Туалеты, в которых две аптеки. Ой, в туалетах телефон. Не, на лодках. Так, в туалетах ключи забрал. Хожу, он пришел. Явился, не запылился. Эй, а что такое? Я беру газ, а он меняет сразу. Кассета. Ушел от туалета. Я вот не знаю, может пойти разблокировать. Как каново на туалете. Ну, на телефон. Так, надо проверить, скажем. Не все почекал туалета. Но он знает, что делает он это. В туалетах все побил. Никто туда не лез. Да я тут, да. Да, ну у меня газ в руках, и тут рядом машина, я. Ой-ой-ой. Не заливаю, но он где-то рядом тут. Блин, вторые ключи нашел. Они. Да как сбросить-то, а? На. Все. Баллончик, нет, ты забирай. У меня две просто было. А как, где она? Воу. Да как я тебе... Да ладно. А где синяя машина-то? Слева, я понял. Иду. Я, да, он идет походу за тобой. Батарея нужна для машины? О, чё, он на рейнджер? Ну ладно, ладно.
Да, не вызвали. Потрясающе. А где? Ну, к машине телепортнулся. Сейчас там трое. Вижу, вижу. Вот этот дом. Вот он, да. Убивает ее. Да я ж ошибусь. Мой шанс убежать закончился. Косой. Прихватил ножичек, да, никто не взял. И где-то еще аптека. Ломай, ломай. Как тот домик? Ну, капкан наступил. Там домик. Надо больше аптек. Он сейчас за кем-то другим? Бляха, муха, да что ж вы так кончаетесь-то сразу? Да не, я про что они умирают мгновенно. Я думал сходить попробовать след чинить. Ага. Сколько там времени мне от него бегать? Ну, блинчик. Ну, пьюс. Топором. Hello. Бесится, бесится. Псих. Психопат. А, вот это плохо.
Нет еще. Блин, тут маленький домик, надо в обход бежать, компа дверь ломает. А? Хрена там лута валяется. Жесть просто. Ау. Ау. Надо еще аптеку надо быть. Она же есть. А если найду? Чувак, я тебя по всем домам положу. Отстань. Плохо вижу уже. Пойдет твою мать. Аптеку взять здесь. Перед домом лежал. Ага. Берем и валим. Правильно бегу, интересно или нет. Не вижу ни хера. Нет, не совсем правильно. Не-а. Да. Надо. Ну. Да, есть такое. Да. Пытаюсь. Полная. Сколько там время? Блин, я не помню, где еще аптеки были. А. Сейчас полетит. Психопат. Блин, аптека. Аптека, сволочь. Аптеку, ну плиз. На меня просто зарубит за такие вещи. Вот здесь вот в домике аптека была, я помню. Так, ну закрыто. Так, в котором ящике? В котором ящике? А я ставлю. Так.
Где моя света? Сволочь, хватит мои окна ломать. Сколько время? Не обойти. Ау! Спотыкнулась. А, где же мне аптеку-то искать? Я не знаю уже, честно говоря. Блин, до ваших трупов я точно не дойду, мне просто стамина не хватит. О! Мяу. А вот. Ой. Сори, не туда. А чё у нас потыкается? От страха. Заколебал. 3,5 минуты, говоришь? О, летит. Сзади, 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 беги. На, он в обход пошел. Косой. Там подгорает, наверное. Это естественно. У меня тоже подгорает. Не хуже, чем у него. А что ему делать? Сколько времени, Наташ? 2:30. Не, на самом деле смотришь как кино какое-то, знаешь, такое переживательное. Сколько? 2. Мимо! Ой, ой, ой. Да нет, паника, паника. Ты мне бы еще одна не помешал. Да твою мать, сколько у тебя уже будет этих телепортов, а? Толстый не пролезешь ты мимо диванов. Сколько? О, здрасте. Сори, мне вот сюда. Что, опять? Не, нормально. Вот теперь летит, да. Оп, дверь выбита, да? Сколько? Ага. О, вот, да, точно. Вон он. Бесите очень. Да-да-да, я убегаю. Сколько я от него бегал? Минут 12.
11 с лишним. Да, Антон тут спросил, типа, сколько бегал. Ну так. А было бы у меня еще двойное использование одной аптечки, так было бы куда спокойней. Но он что-то это, оббегать его было совсем уж легко. Да, обиделся. Обиделся.